Привет, я рада видеть тебя на своем канале. Сегодня мы окунемся в мир ДБД и познаем всю боль и унижение от игры в паблике и от своей игры. А что же сегодня нас будет ждать? Давай узнавать вместе. У меня Unreal вообще очень редко встречается. Oh my! Как будто, как будто, знаешь, забыли выключить. А Дэвид сразу раненый. Ой, я ген бахнула. Супер-мега-мансер, наверное, да. Это Аня. Тогда я побежала от этого гена. Такое чувство, как будто я сейчас к ней приду. Ух, тут разминулись с ней. Сердечко так. У меня вообще сервера нет пока. Но я, слава богу. А я просто, ну, получается, два раза ген бахнули. И я бегу к другому гену. Она скорее всего. Я ушла оттуда. Возвращается. Почему реакция так часто? Здесь никого нет. Кого-то положила. Подожди-ка, она с первой тычки положила? Да, походу. У нее ваншотка. Нам жопа. Да. Токсики в паблике. А, она вырвалась? Привет. А, это не ты, наверное, да? Нет, вот. Не я. Матерь божья! Угу. У нее не ваншотка. Может, просто повезло? Ну, возможно, просто я не увидела, что... Ну, ладно. Вот тебе и матерь. А, от него он упал, ладно. Угу. Тут два гена рядом с мейном. Надо их зачинить. Иначе останется треугольник маленький. Сейчас она ее донесла. Она что, кемпит? А что, прошлый раз нет? Нет, она не донесла ее в прошлый раз. Нет, она уходит. Я спасаю. Угу. Она, походу, за Дэвидом пошла. Или нет? Вот это здрасте, она туннель. У нее порча. Да? У нее какая-то порча. Да какая-нибудь там колыбельная охотница, наверное. Возможно. Она туннелит. Ой. Все, минус реп. Главное, ко мне ее не приведите. Да, колыбельная охотница. Я так и не поняла, что эта порча делает. У нее вроде террор больше становится, но еще со временем реакции станут беззвучно появляться. Mm-hmm. Mm-hmm. Да не было меня здесь никогда в жизни, ты чего? Она что, туннелит? А, она в шкафчик залезла. Блин, было бы так круто, если бы порчу сломали.
привели сюда? Давай, Дэвид, маси, я пока ее поднимаю. Ну их нахрен. Я ее подняла и убежала. Надеюсь, она последовала моему примеру. Но там ген горячий. Я уже почти дочинила. Вот тебе и мансер. Не, ну он мансил долго. Я поднять успела. Она же не восстанавливалась. Или восстанавливалась, не помню. Но я успела поднять ее и этот. Прости, Дэвид, но я далеко. Я не смогу тебя пойти поднять. Я даже не вижу тебя из-за этих кустов. А как он вырвался? Легко. Его не повесили. Я не знаю, может быть, у Анечки какое-то задание на это дело. О, Мари, привет. Привет. Тут как раз ворота рядом. Да. Я пойду открывать ворота. Ой, блин. Размечталась я уже о выходе. Слушай, ну у нее, походу, не колыбельная охотница. Вот реакции теперь. У меня со звуком. Беззвучные. Ого, здравствуйте. Да, блин, она за мной побежала. Мари, чини. За тобой? Окей. Получай, вонючий подоконник. Она к тебе пришла? Без понятия. Где палетки? Где палетки? Палетки, палетки, палетки. Мне нужны палетки, а то я сейчас еще в подвал окачу. Сая. Иди в тир стрелять, учись! Я вроде убежала. Мари, давай, я жду команды. Давай, я чиню. Чуть-чуть осталось. Дэвид упал. Да блин! Он вырвался. Дочиниваю все. Так, я открываю другие ворота. Угу. Открываем уже полностью и бежим. Я думаю, Дэвид справится с тем, чтобы убежать, раз он вырывается так хорошо. Но у него нет выхода, нет. Ну. Я открыла. Ща, это там очищу, у меня задание. Ладно, не очищу, походу. Она меня застопила! Маречка! А где ты? Что? А где ты? А, ты убежала? В смысле? Да. А я тебя пошла спасать. Но, надеюсь, Дэвид убежит. Да, он, наверное, убежит уже. О, у него это билд прям мансер невероятный. Неплохо. Привет, Антон. Она в воротах его ждала.
Вот это он пробежал, конечно. Ничего себе. Очень вовремя она отвернулась. Да, но она такая непрокачанная. У нее только колыбельная охотница и сеющий страх. Вы что, без меня тащите, что ли? Да. А на сегодня у нас все. Подписывайся, ставь лайки, пиши комментарии. А еще я хотела сказать, что у меня теперь появилась группа ВК, ссылочка есть в описании и в шапке профиля. Переходи, подписывайся и следи за новостями моего канала там. Спасибо, что ты сегодня был со мной. И пока-пока.